Сегодня же глава Чувашии проинспектировал строительство двух блочно-модульных котельных в Канаше. Монтаж котельных подрядчики завершили. Собираются приступить к пусконаладочным работам. Здесь установили самое современное оборудование, произведенное, кстати, в Смоленской области. Обе котельные будут обслуживать более 100 многоквартирных домов, 3 школы, больницу и центр занятости. Раньше тепло на эти объекты поступало по старой схеме из котельных завода «Промтрактор-вагон». Теперь потребители не зависят от предприятия. Реализация этого проекта, отмечает Михаил Игнатьев, дает возможность развивать инфраструктуру города.